такое красивое чудо природы. И это не на Байкале, а в центре города. Вторые сутки продолжается такой гейзер. Вот холодная труба, разрыв. Вторые сутки вся улица, вот данная, находится без холодного водоснабжения. Делать у нас никто ничего не хочет. Здесь тоже вода, трубы оторваны. Вот так в нашем городе ремонтируют службы. После их ремонта еще добавляется ремонт. Видимо, придется это делать за свой счет. Двое суток без холодной воды и с таким отоплением очень-очень даже никак.